Что, вернемся все-таки, итак, о чем я там рассказывал. Итак, лингам. Иногда мы видим вот такое изображение. Это изображение лингама. Для чего такое изображение есть? Если человеку ничего не хочется в жизни делать. Таня, принесите еще палочки, которые делает моя компания. Если человеку ничего не хочется делать, если человек лежит все время и ничего не происходит вокруг него, я рекомендую использовать вот что. Использовать лингам. Лингам – это потенциал. Итак, допустим, у меня есть сын, и он не хочет работать. Что я должен делать? Я должен ставить вот такой лингам на тарелочку. И после этого брать вот так молочко, которое у меня находится в чашечке, представлять своего сына и вот так сверху поливать сверху на этот лингам молочко, для того, чтобы оно здесь вытекало. После этого сливать из блюдца это молочко, после чего ставить вновь, представлять моего сына и поливать. При этом произносить ничего не нужно. Если так делать и произносить моего сына, или вашего мужа, или даже представлять себя, то появляется большое количество и желания работать. То есть появляется желание начать там создавать семью, появится желание хоть что-то в жизни делать. Ну, в общем, появится очень много возможностей у этого ребенка, появится возможности работать, у него появится здравый смысл какой-то. Сегодня я хочу вам подарить еще какой-нибудь код. Для того, чтобы у человека появилось желание и возможности, вы можете делать так. Представляете себя, льете молоком на такой лингам и произносите много раз слова «Изволата-тю», «Изволата-тю», «Изволата-тю». И думайте о себе. Если так выполнять, то обязательно у вас появится стабильный доход, а также в жизни будет появляться много денег, хорошая работа и так далее. По поводу каштанов. Если 3 каштана наносить у себя в кармане, то даже если не хотите менять работу или искать работу, работу найдете. Это все я говорил на одном из семинаров. Это семинар у нас назывался, какой-то семинар, он выложен бесплатно в YouTube.